На днях из Викуловского района отправилась третья машина с гуманитарной помощью жителям Донбасса. Участие в сборе вещей и продуктов принимали все неравнодушные жители района. Принесли как продукты, так и вещи, книги и лекарства. Всего от Тюменской области сформирована уже 16-я фура. Викуловчане приносят теплые вещи. Многие женщины сами вяжут носки. Далее, значит, несут продукты длительного хранения, сладости, лекарства. Активное участие принимают представители всех сельских поселений, общественные организации, предприятия и организации нашего района, школы. Благодаря акции «Книги Донбассу» в подшефной Тюменской области Краснодон будут доставлены произведения русских классиков.